ученикам английской гимназии рассказали об истории формирования на Колыме милиции, ОМОНа, ГАИ и других ведомств. Экскурсию провели по внештатному музею УМВД России по Магаданской области. Также ребятам рассказали о военных, которые погибли в бою, сражаясь за родину. Одним из таких был майор милиции Вадим Череп. Учился он в английской гимназии, служил во внутренних войсках с 93 года в Собре. 28 января 2000 года в Грозном во время проведения спецоперации Вадим Череп получил огнестрельное ранение. После того, как школьники узнали об истории жизни майора, они решили увековечить его память. Мы хотим установить мемориальную доску на здании гимназии. Ну и в дальнейшем хотим создать некую такую своего рода книгу памяти. Не только, наверное, выпускников гимназии английской, но и еще тех наших земляков, тех, кто служил, служит на благо нашего спокойствия. Ученики гимназии совместно со своим классным руководителем готовят проект для конкурса «Я гражданин России». По итогам проекта они планируют сделать День памяти Вадиму Черепу.